Итак, мы продолжаем наш разговор о музыке в частности. И сейчас давайте поговорим о рок-музыке, о поп-музыке. Что это за направление? Да нет, о рок-музыке мы можем вообще не говорить, поскольку рок-поэзия умерла вместе с Башлачевым, поэтому рок-музыка сейчас, в принципе, уже не актуальна. Она отошла. Да, да. Тем более сейчас в наше время есть много интересных певцов. Это, к примеру, Елка, да? Это Григорий Лепс. Да. Это много других хороших групп, которые играют вот современную, красивую, интересную музыку. Поворачивай к черту, новой дорогой поедем домой. Эй, ямщик, поворачивай к черту, это не наш лес, а чей-то чужой. Елок повалено, не продерись. Камней навалено, мелькают мне наши огни. Эй, брата! Поворачивай к черту, шапку держи, да больше не урони. Здесь же елок повалено, не продерись. Камней навалено, только держись. Дорожка, вольная веса, да в небе луна. Ты попридержи-ка лошадку немножко, видишь, совсем заморилась она. Дай папироску, я затянусь, выложи форсу, Богом клянусь, а прорвали все к черту. Это не будет хорошей группы, которая играет в современном.